Снегопады прошли, а проблемы остались. Дорожная обстановка в Орехово-Зуевском районе по-прежнему напряженная. Что советуют госавтоинспекторы, расскажем далее. После снегопада дороги в Орехово-Зуевском районе заметно сузились. Разъехаться во дворах способны далеко не все. Многие автовладельцы в эти дни пересели на общественный транспорт, однако число аварий все равно возросло. За прошедшую неделю количество ДТП увеличилось вдвое. За неделю с 2 февраля по 9 февраля на территории обслуживания ГИБДД Орехово-Зуевское произошло 65 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. ДТП с пострадавшими одно. Пострадал пешеход. Произошло в Орехово-Зуевском районе в городе Куровской на улице Советская, дом 92. Произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Сотрудники госавтоинспекции настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию между авто и избегать резких маневров.